Всем привет, с вами же Бакрок JK, и мы продолжаем проходить Watch Dogs. Так, мы остановились на том, что дошли до очередной сюжетной миссии. Вон у нас катера стоят. Ну ладно. А мы начинаем без шума и пыли. Надо действовать осторожней. У Дэмиана свои интересы в этом деле. Он что-то задумал. Ладно, пока займемся портфелем. Так, отследите портфель с аукциона и наблюдайте за передачей. Ага. Ух ты. Боец Чикаго Саус Клаб. Что ж ты тут делаешь-то? О, чемоданчик. Ничего себе. Блин, меня видно. Меня видно. Короче, вот этот парень из киоска дал портфель бойцу Чикаго Саус Клаб. Вот оно как. И куда же ты теперь пойдешь? Наверное, к тому парню, который меня видел. Искренний католик. Да, полезная информация. Что ж, вот где бы спрятаться? Меня, наверное, тот продавец-то видит. Звонок. Кто это? Да, у чувака. Стоп. Поверить не могу. Что? Парни Куина проворачивают старый как мир трюк. Подменить портфель? Серьезно? Ностальгируют? Я такого еще не видел. Зачем они это? CTOS не обмануть. Любой, кто взглянет на монитор, заметит подмену. Хотят обмануть систему обнаружения. Интересно. Я не знаю, как пройти. Меня со всех сторон видно. Сейчас заметят. Я знаю, как уйти. Время креативности. Опа, супер. И меня никто не заметил. Прекрасно, просто прекрасно. Теперь давайте следить вот за этим парнем. Он подходит к еще одному бойцу, кладет портфель. И тот тоже дает ему портфель. Да ладно. Двойная передача. Зачем? Двойная подмена. Да. Даже не знаю, куда он теперь пойдет. Неужели третий раз менять портфель? Это будет жестко. Вот у нас еще один стоит боец. И катер. Блин, у меня плохое предчувствие. Короче, нужно срочно брать катер. Я не знаю, давайте просто постоим. Там вдалеке катер есть. Но до него долго плыть, блин. Я не знаю. Давайте просто ждать, что нам скажет Клара. Если вообще что-то скажет. Смотрите, тут еще и мотоцикл. Что ж выбрать-то, а? Портфель на лодке. Лодка идет по реке. Поеду за ними на байке. Похоже, я знаю, куда они. Подожди. Что тут рядом? Думаю, далеко они не уплывут. Скинут портфель и дело с концом. Так. Старая Марина. Лаки Куин купили ее в 67-м. Думаю, они туда. Она закрыта для посещений с 80-х. Вот это я понимаю полет. Главное людей не задавить. Мне уже так надоело и все эти преступления выполнять. Полетели. Кажется, кого-то задел. Хотя нет, мне ничего не показали, тогда быстро. Разворачиваемся и вниз по лестнице. Люди, сгиньте. Вот сейчас я задел. И опять же мне ничего не показали. Ладно, мы теряем цель. Давай, Эйден. Гони вовсю. Но у нас, в принципе, 20 секунд, мы его догоним. Все, догнали. Люди, люди, люди. Я, конечно, по такому людному месту еду. Удивляюсь вообще, как я до сих пор никого не задавил. Аккуратно. Интересно, а если им побибикать, они отойдут или также будут стоять? В общем, ладно. Мы уже обгоняем этот катер. Нас практически заметили. Нужно сбавить немного скорости. То я рванул. Все, люди закончились сразу так хорошо. Куда ж ты плывешь-то? Все, я понял. Он сейчас плывет к причалу. А мы на него, кстати, можем заехать. Это хорошая новость. Тогда поворачиваем и ждем, пока он проплывет, чтобы не палиться. Вон он. Вон он.
Так, ну что, сидим, ждем. Он уже проплыл. Можно поворачивать мост, чтобы мы смогли спокойно проехать. Да, можно проезжать. Блин, нас видно. Я вообще не знаю, сюда нам, не? Нам кто-нибудь что-нибудь скажет? Незаметно найдите портфель. А, незаметно, о как. Ну, незаметно, значит, это работа для глушителя. Да, именно для глушителя. Теперь нужно где-нибудь спрятаться и понять, кого убивать первым. О, вон идет парень с портфелем. Главное его не спугнуть. Я думаю, если мы его спугнем, то миссию придется заново проходить. А заново я не хочу. Надо, чтобы он отошел метров на 50. Все, уже отошел, в принципе, но я все равно подожду. И потом уже можно будет стрелять вот в него. Да, все, стреляем. Блин, блин, дохни! Все, в голову попал. И даже не знаю. Наверное, кто-то из его дружков заметил потерю. Да, вот один заметил. И вот этого надо еще грохнуть. Все, этого грохнули. И вот, все. Увидел дружбана и сам залег. Теперь я, по-моему, всех уже убил. Осталось грохнуть парня с портфелем. Вон у нас где стоит он. А, все, он уже не стоит. Он портфель, видимо, положил. И вот он идет. Надо бы его грохнуть по-хорошему. О, смотрите, их там двое. Двое, значит, нужно незаметно его грохнуть. Он идет в нашу сторону. Все, вроде бы отвернулся, можно стрелять. Да, пошли. Нет, он в нашу сторону повернулся. Ну, ёшкин кот. Давай, отвернись. Или мне его отсюда грохнуть? Давайте отсюда. Все, одним меньше. И остался один. Он там далеко, даже не знаю, нужно к нему идти или нет. Давайте тупо портфель возьмем и все. Так, блин. Он идет в нашу сторону. Эйден, давай торопись. Быстрее, быстрее, он сейчас увидит. Зря его не застрелил. Наверное, сейчас это и сделаю. Список гостей. Судя по всему, клуб подстраховался. Охраны будет. Хорошо, сейчас найдем тебе личность. С изюминкой. Не из нашей страны. Чтобы его не знали в лицо. Ясно. Так, вот. Изобразишь мистера Панга? Это вряд ли. Европейцы есть? Николас Крискин. 32 года. Родом из Америки. Не был тут 12 лет. То, что нужно. Боже, тут его предпочтение. Он извращенец. Богатый извращенец. Его хватится? В каком это смысле? Клара, если я стану Криспином, ему придется исчезнуть. Я должен буду убить его. А? Нет, думаю, нет. Мою сестру похитили, Клара. Ради нее я готов на все. Если для тебя это слишком, откажись. Я не обижусь. Нет, без проблем. Этой твари не хватит. Хороший выбор. Он должен забрать машину из автосалона. Ясно. Там и найду. Ну все, без шума и пыли мы выполнили. Теперь даже не знаю, чем заняться. А, нет, знаю. Мы будем разблокировать вышку сети ОС. А что у нас с навыками? 4 очка у нас. Что со взломом? Блин, только взлом банкоматов. Я не хочу взлом банкоматов. Давайте будем копить на блокировку подкрепления. Этот автосалон в Мэд Майл. Но сначала надо взломать центр управления. Я уже знаю, что мы будем делать в следующей части. Разблокировать центр CTOS Mad Mile. А сейчас давайте разблокируем вышку CTOS в лупе. Да, здание высоковатое. Думаю, лифты в нем есть, но нас туда не пустят. Тогда нужно искать вход снаружи. Вход снаружи. Ну что, бежим пока здание, а там уже... Может быть, что-нибудь найдем. О, нашли. И у меня почему-то ощущение, что мы здесь уже были.
потенциальное преступление. Вот, кстати, еще одна работенка на эту серию. Выполним какое-нибудь преступление, если оно будет недалеко. Ну, покажите мне место. Да, в принципе, не так уж далеко, мне кажется. Разблокируем вышку и потом посмотрим. Так-с, где у нас вышка? А, все, вижу. Как туда пробраться? Как туда пробраться? Блин. Камеры. Мне очень нужны камеры. И я ни одну не вижу. Так, Эйден, аккуратно, еще упадешь, и всему капец. Так, вот вижу камеру. Ты нам поможешь? Кажется, нет. Кажется, да, кажется, нет. А, вон, вижу наверху еще камеру. И вот здесь у нас камера. И вот щиток. Все, прекрасно, дверь мы открыли. Теперь можно идти разблокировать вышку. Сезам, откройся. Открылась, и это тоже открылось. Прекрасно, просто чудесно. Тут у нас лестница, и вот она, вышка. Погнали, взламываем ее. Так, так, так. Жилье у нас, небось, какое-то будет. Еще одни дополнительные миссии. Секунду, две вышки. Раз, два. По-моему, четыре вышки осталось. Я не смотрел. И тут не написано, блин, сколько вышек-то осталось. Ладно, потом посмотрим. А, нифига, не 4 осталось, осталось 8. Это многовато. Действительно многовато. Район разблокирован. В смысле район разблокирован? Не понял вас. Ладно, район разблокирован, так разблокирован. Сейчас мы идем тогда, предотвратим преступление. Надо как-нибудь спуститься вниз. Но, блин, зачем я опустил этот подъемник? Теперь я его ни за что в жизни не подниму. Нужно искать альтернативный выход. Альтернативный, я думаю, высоковато падать. Реально высоковато. Ну, блин. Неужели я никак тебя не подниму? Ай! Фух, слава богу. Все, я думал, кранты. Жесть, Эйден. Что ж ты неаккуратный такой? Все, справились. В курсе, что такое? Ну, охренеть. Охренеть. Ну, ты что-то говорил про цифрокайф? Ой, ой, у меня же пушка, блин. Все, я ее убрал, но он уже убежал. Окей, берем себе машину и погнали к преступлению. Или... Готово. Забирай, как сможешь. Или к чему-то вроде этого. Так, с машины у нас не так далеко. Слушайте, там еще байк наш был. Ну ладно, я сяду в машину. Так уж и быть, раз ее вызвал. Блин, красивая тачка. Она такая же, как у нас, или круче, я не понимаю. О, какое фуфло я взял. Я же новую машину решил взять. Фуфловая. Та, которая стояла на дороге, была намного лучше. Ну ладно. Все равно это тоже быстрое. Нам хватит. Опять недавний опрос. Блин, у вас что, сюжетов других нету? Одно и то же крутите по 5 раз. Ну, блин. Даже больше, наверное, 5 раз они это прокрутили. Окей. Вот у нас, скорее всего, жертва. Да, это жертва. И где у нас подлый преступник? Я вот вижу здесь много взрывчатки. И при желании можно преступника подорвать к хренам. А, вот преступник. Чё-то я его вообще не заметил. Все, надо готовиться. Сейчас тебе будет что-то нехорошее. От кулаки Куина. Опять сраный Куин. Нет-нет-нет, не стреляй. Ух ты, не успел. А, по мне стрельнул. Ну ты... Падла. Все. Все, будешь знать, как в меня стрелять. Так-с, репутация у нас улучшилась. Ну что, может, покажете мне? Все, у нас максимум. Я нашу машину брошу, все, фиг с ней. Мне уже, на самом деле, не важно, на чем я поеду. Мы сейчас едем к сюжетной миссии, и там остановимся. Поэтому мне абсолютно не важно, на чем мы туда доедем. Кстати, как туда ехать? А, вот. Вот, значит, нам нужно тупо повернуть и дальше вперед.
повернуть желательно на следующем перекрестке, то есть вот здесь. И теперь, да, мы едем до самого конца, и там, пожалуй, остановимся. О, ух ты! Вот это было круто! Ну, я каскадер, блин. Все, практически приехали. Кстати, нужно было такой же трюк на мотоцикле провернуть. Как я раньше до этого не додумался. Почему я тебя раньше не увидел, статуя? Ой, там коп. Там реально коп. Люди, 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 стоп. Все, никого не задавил, все в порядке. Фух. И мы доехали до центра CTOS. Ну что ж, и продолжим мы в следующей части. С вами был Жабокрок JK. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, пишите комментарии. Всем пока!